is the leader of the world. Yes, she is. Think about it. Woman is the leader of the world. Think about it. Do something about it. В списке не менее 30 участников, вот. Только те, которых мы указали, которые дали работу, которых наклеили, и не все мы наклеили. Это в основном художники, да, я так понимаю? Нет, художники, активисты, просто неравнодушные люди. И сейчас мы поедем, скорее всего, по Садовому кольцу, сделаем круг, да? Если нас отпустят сотрудники полиции, я дадут документы водителю, то мы обязательно это сделаем. Будьте добры, пожалуйста, предъявите документы. Ваша акция является согласована. Это не является акцией. Да. Это выставка в автобусе. Частном арендованном автобусе. Мы просто собираем сейчас и уезжаем. Я арендовала автобус, пригласила друзей. Что это у меня массовая акция? Да. Каждую свадьбу так регулируете? Вы что, каждую свадьбу так приходите и такие даете подписки? Вы отказываетесь? Нет, я не отказываюсь. Я пытаюсь понять, почему вы меня записали. Подождите, пожалуйста. Я так понимаю, сейчас пришли сотрудники правоохранительных органов. Как вы прокомментируете ситуацию и их требования? Абсолютно незаконные требования. Сотрудники полиции не имеют никакого права не выносить предупреждения в автобусе, ни каким-то образом квалифицировать это как проведение акции, которая нарушает 20.2 административного кодекса. То, что забрали право водителя, это также абсолютно незаконно, потому что забрали права сотрудники полиции, а должны проверять на дороге только сотрудники ГИБДД. Вся выставка, она основывается на образах, да, с которыми работают художницы. Они выступают в таких так называемых цветных шапках-балаклавках. Да? Поэтому многие художники, они как бы играют вот с этими образами, видите. Татьяна, я перебью вас. Давайте покороче. Да. Пройдемся по автобусу. Смотрите, написано «Солидарити». Это означает, что художники из Берлина выражают солидарность с этими художницами, которые сейчас в заключении находятся. Да. Вот, «Фри пусть рай», «Свобода пусть рай». Понятно. Дальше. Беларусь, она такие выпускает газеты, в основном это на гендерную тему, связанную с женской. Вопросов у меня к вам нет. Те вопросы, которые мы с вами обсудили на улице, я думаю, я на вас донес. Да. Все, вы меня поняли. Да. Нарушать как общественный порядок, вы не собираетесь. Мы не собираемся, нет. When she's young, we kill her will to be free. Как ты вообще расцениваешь эту акцию «Франция, спаси себя»? Ну, я не могу сказать, что я ее поддерживаю на 100%, да, но я ее поддерживаю в том плане, то, что почему в церкви, вот в храме Христа Спасителя, находится банкетный зал, почему там проходят всякие вечеринки, показы мод, то есть с полуголыми девицами, то есть, ну, то есть это там считается нормальным, но то, что сделали девочки, одетые почти полностью, их за это пытаются наказать и посадить. Я считаю, что максимум, что можно было сделать, это, ну, штраф 500 рублей, как, ну, грубо говоря, нарушение общественного порядка. Так. Pussy Riot Blues. Она взошла в яркой маске на мрачный алтарь, и каждый в этом храме взял камень и крикнул «Ударь!» Твой бог без новой кровавой жертвы, похоже, не протянет и дня. И если ты имеешь крепкие нервы, теперь ты убьешь и меня. Мама, мой брат снова должен убить меня. Вы рассчитываете на оправдательный приговор, что девочек могут отпустить? Или вы в это не верите? Оправдательный нет, но на мягкий расчет есть, конечно. А Надя, она сама верующая человек? На этот вопрос нужно написать 4 книги. Она считает, что нет, а я считаю, что она верит, потому что, ну, один вот интересный профессор, не помню, как его назвали, Мацух, что ли, он масон вообще, он сказал,
что любой человек, если бы он подумал, хорошо, если бы ему задать несколько вопросов, он согласился бы, что он верующий человек.